Житель областного центра покусился на соседскую машину. 46-летний и ранее судимый фигурант увидел во дворе своего дома авто с ключами в замке зажигания. Искушение оказалось сильнее здравого смысла. Мужчина снял номера с иномарки, чтобы обезопасить себя от камер видеонаблюдения, и поехал по своим делам. В итоге транспорт он бросил на одной из улиц города. После того, как потерпевший обратился в полицию, оперативники нашли машину, а затем и угонщика. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.